Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вас приветствовать в 36-м выпуске нашей передачи «Южный полюс» по традиции. Роман Алтухов и немножко не по традиции в последнее время Георгий Богуздани, но тем не менее мы здесь. Привет, Роман! Привет! Я думаю, что ты больше всех рад вернуться наконец-то в эту студию, да, и решить все свои проблемы с дипломом, скажем так. Все хорошо, друзья. Но все-таки давайте о нашем, о приятном, об основном, о том, о чем мы хотим говорить. Высший дивизион начнем, как всегда, с него. Тут состоялось 8 игр, хотя должно было быть 9. Сразу же поговорим про команду «Носороги», которая таким достаточно странным способом решила поздравить команду «Иствуд» с днем рождения и просто не собралась, и технической победой «Иствуд» у нас побеждает здесь. Ну, знаешь, подарок это хоть какой-никакой, но все-таки подарок, может быть, он все-таки был приятен для команды. Но вот те ребята, которые достаточно вот умело нам и на опыте показали, как надо оставлять свободное время для выходных, это команда «Тройка регион». В пятницу она приехала на стадион «Зябликова» и достаточно буднично разобралась с командой «Травцебурова», никаких проблем не испытала, как итог 7-1 счет. Но что касается выходных, то там больше всего такого интересного было, и хоть и здесь было много голов, но что такое много голов, когда ты видишь счет 8-9? Это касается, конечно же, команды «Кантемировский фронт» и на «Химатлетик». Кантемировский фронт, спасибо, что приехали в этот раз, однако, ну, не может не огорчать то, что команда по своей тенденции как бы не показывает то, что должна была показывать, и, скорее всего, здесь мы должны были увидеть победу этой команды, однако Нахим вырвался вперед, и 9 мячей целых пригодилось этой команде, чтобы праздновать победу, наконец-то важную для себя. Очень странный счет, очень странный результат, ну и в субботу у нас также сыграли Штурм и Русультрас еще, и тут Штурм уступил Русультрасу со счетом 3-6. Несколько сенсаций у нас могло бы быть, могло бы случиться и в воскресных матчах. Дважды у нас повторился счет 5-4. С таким счетом у нас Аргус обыгрывает Медину, а Волхон Козил Сбербанк, все на тоненького. Но совсем интересно, и вот кто бы мог подумать, да, что этот матч станет самым захватывающим и ярким в плане интриги в этом туре. Это матч между Дусларом и Русультрасом, по ходу которого друзья вели в счете 2-1. И только на последних минутах, уже благодаря усилиям Быченко и Погребнова, смог Русультрас отыграться, смог Русультрас выиграть этот матч. Ну, в общем, это было очень напряженно на самом деле и, ну, в общем-то, очень странно. Ну, я считаю, что это неплохая, весьма яркая лебединая песня в исполнении Дуслара перед все-таки выходом обратно в первый дивизион. Тем не менее, спасибо за те эмоции, что вы дарите нам в концовке чемпионата. Самое время перейти к турнирной таблице, здесь тоже есть что обсудить. В стане лидеров изменений у нас по-прежнему нет, но про подвал турнира таблицы мы уже можем кое-что сказать. Все-таки за 3 тура до конца определяется у нас окончательно тройка команд, которые покинут высший дивизион. Сбербанк, Нахим и Дуслар будут понижены в классе и продолжат выступление в первом дивизионе. Да, к сожалению, это так, но нам пришло время посмотреть обзор высшего дивизиона, который мы для вас подготовили. Настоящий триллер выдали Медина и Аргус в очном противостоянии. Напряжение, борьба, а также наличие моментов в игре создавали ощущение, что матч был не между командами с середины таблицы, у которых по сути турнирных задач вроде бы и нет, а между лидерами и едва ли не за чемпионство. С самого начала матча команды начали играть в атакующем стиле, не скупясь на атаке. Медина выглядела чуть активнее, вследствие чего именно эта команда открыла счет в матче. Дальний удар Тайдаева, на который среагировал Торчеков, до ворот не долетел, попав в защитника, но при этом отскочив Калиеву, который поразил пустые ворота, 1-0. Но уже через 2 минуты Аргус организовывает контратаку, и Стенка в исполнении Попова и Матузенко вывели Шалалашвили на убойную позицию, тот был точен. А затем и вовсе, воспользовавшись очередной контратакой, Матузенко делает пас на Житаря, которому оставалось только замкнуть мяч в пустые ворота, 2-1. Но и у Медины нашелся достойный ответ. Сумев принять и обработать навесную передачу на фланге, Алиев накрутил защитника и неожиданно для Торчекова пробил в ближний угол ворот, 2-2. Сумев сравнять счет, Медина до конца первого тайма продолжал давление на ворота Аргуса, и только самоотверженные действия Торчекова не позволили Медине выйти вперед. Однако с началом второй половины встречи уже Аргус начал владеть инициативой, вследствие чего команда постоянно создавала моменты, что в скором времени и привело к очередному голу Аргуса. При вбросе с аута в штрафной площади ворот никто не закрыл Попова, который без труда головой переправляет его в ворота, 3-2. И практически сразу Аргус забивает еще. Сумев поймать мяч, Талибов совершил ошибку, неточно вбросив мяч с руки. В итоге Шалалашвили мяч перехватил и пробил по воротам. Талибов удар парировал, но на добивание оказался Попов, 4-2. Медине не оставалось ничего другого, кроме как идти вперед, и команда это сделала
сделала довольно успешно, заставив Аргус не на шутку нервничать. Сначала Алиев мощным ударом со штрафного пробивает Арчекова 4-3, а спустя несколько минут Тайдаев был сбит в штрафной Аргуса, и пенальти уверенно реализовался тот же Алиев 4-4. Но сильно увлекшись атакой и попытками забить победный мяч, Медина проспала контратаку Аргуса, в которой Шалалашвили вывели 1-1, и тот забивает победный мяч. Времени на ответ у Медины уже не оставалось. Аргус побеждает в напряженной игре 5-4. Ну а теперь пару слов о 28-м предстоящем туре, который ожидает нас уже вот в ближайшие выходные. Есть за что зацепиться, на самом деле, есть на что посмотреть, и в плане интриги должно быть все, ну, веселее, чем в прошлом туре, мне кажется. Носороги и Кантемировский фронт – отличная вывеска, как мне кажется, крайне интересное противостояние, несмотря на то, что команды, в принципе, достаточно далеко друг от друга в турнирной таблице находятся, но тут мы все-таки сможем увидеть, что происходит с Кантемировским фронтом, и неужели эта команда все-таки бросила играть, понимая, что там выше уже не подняться и от вылета уже точно обезопасили себя? Неужели вот все-таки закончили, да, играть, скажем мы так? Мы можем еще посмотреть, может быть, сразу обе команды неприятны на эту игру, и это будет фатально, и какое-то новое комбо абсолютно. Вот, ну а кто уж точно у нас не перестанет играть до последнего, будет биться до конца, очевидно, это команда «Россош». В субботу ей предстоит встретиться с «Иствудом», который, как мы сами понимаем, дорогие друзья, еще полон сил бороться и доказывать что-то по турнирной таблице, потому что, ну, далеко не все еще потеряно, если говорить объективно. И нужно смотреть обязательно на то, что, несмотря на то, что у Русультерса могут возникнуть проблемы, любая осечка может как-то дезориентировать команду в борьбе за четвертое место, и сюда вообще нельзя сбавлять обороты. А Россош, понятное дело, сейчас только и надеется на то, чтобы сейчас как можно больше очков заработать. Поэтому, ну, у меня просто не хватает слов, дорогие друзья, описать все эти перипетии. Слишком всю важность сложно. Этого матча. Да, здесь от многое всего зависит, поэтому... Ну, все зависит, на самом деле, не только от этого матча, но и еще от матча Русультраса, который также у нас в борьбе с Иствудом как раз в турнирной таблице за четвертую позицию. Русультрас будет проводить свою встречу с Империалом. Империал, который в прошлом туре сыграл с Россошью, пускай, ну, не очень удачно, скажем так, там было поражение 2-7, но тем не менее сейчас соперник совершенно другой, в совершенно другой форме, и Русультрас нам уже показал, что сейчас команда пока что не может нащупать свою игру, и особенно ярко это было видно в матче с Дусларом. Тем не менее, продолжают они набирать очки, несмотря на все свои проблемы, и в 4 матчах к ряду они уже побеждают. Ну, посмотрим, кто же станет более успешным вот конкретно в этом отдельном взятом матче. Посмотрим. Самое время приступить и немножечко разобраться с первым дивизионом. Здесь тоже есть на что обратить внимание. Самое главное, пожалуй, это 28-й тур, который вот состоялся. И самая главная вывеска, естественно, было противостояние Old Friends Legion 14. Абсолютно, наверное, чемпионская игра. Что касается второго круга, это бесспорно. И слава богу, что интрига у нас здесь есть, потому что Легион вот выиграл 2-0. И у нас есть еще о чем подумать, что помусолить ближайшие 6 туров. И вы знаешь, это прям такая приятная трапеза, которая у нас остается. Вот. Тем не менее, судя по командам, на данный момент было видно, как Легион, ну, на мой взгляд, был более готов к тому, чтобы выйти выше и там себя достойнее показывать. Однако еще есть столько времени, чтобы нас переубедить или, может быть, подтвердить наши слова. Да, ну а пока мы ждем этих 6 заключительных туров, все-таки поговорим о том, что было. И еще из интересного и неожиданного отметим в прошедшем туре поражение Провершелли от Тироса со счетом 4-0. И здесь крайне странно, мне кажется, то, что итальянцы не смогли забить ни одного мяча, хотя, ну, скажем честно, моментов было предостаточно. Дискавер у нас играет в ничью с Ральфом, 1-1 счет в этой встрече, и продолжается совсем... не совсем удачная такая серия Дискавера. За последние 9 матчей команда заработала всего лишь 7 очков, и мне кажется, это крайне мало для одного из лидеров дивизиона. Да, видимо, как-то перехвалили, мне кажется, эту команду. Ну, кто знает, что происходит. Не на всех весна, наверное, положительно влияет, но положительно однозначно она влияет на команду «Развилка». 2 победы подряд у коллектива по сравнению с их соперником. Им противостояли «Звери». Вот у ребят как раз-таки наоборот дела идут опять плохо, 2 поражения подряд, что удивительно. Опять же вопрос того, что, наверное, перехвалили, кто знает. Справедливо будет абсолютно отметить пару Якунина-Фонина. Она очень много сделала всего в атаке, о ней будет чуть позже сказано, дорогие друзья. Ну и, ну, самое главное, что нужно подытожить, то, что благодаря им все-таки на 100%, я считаю, была добыта эта важная победа, которая позволила «Развилке» неплохо подняться, опять же, да, по турнирной таблице. Кстати, о турнирной таблице. На 7 место «Развилка» у нас поднимается. Очень классный результат для команды, которая, ну, практически полсезона не могла найти себя, скажем так. Ну а что касается самых главных изменений в турнирной таблице,
Легион 14 на первом месте, одинаковое количество очков с командой Old Friends. У Легиона 14 матч в запасе, и все-таки я с тобой, Георгий, не соглашусь. Я думаю, что победа в этом матче от Легиона, она немножко убила у нас интригу, потому что, ну, остался перенесенный матч с командой Звери, если я нигде не ошибаюсь, у Легиона, и если... По-моему, Бадр. Возможно, я ошибаюсь, кто знает. Посмотрим. Но если наберут очки здесь, я не думаю, что допустят где-то еще осечку игроки Легиона, поэтому все-таки по мне этот матч немножко убил интригу у нас в первом дивизионе. Но посмотрим все-таки, что будет. Лучше посмотреть обзоры, которые мы для вас подготовили, дорогие друзья. Приятного просмотра. В центральном матче 28-го тура, да и всего второго круга в первом дивизионе, встречались Old Friends и Легион 14. Перед матчем Легион отставал своего соперника на 3 очка и имел матч в запасе, так что данную встречу вполне можно было рассматривать как прямую борьбу за золотые медали. Начали команды достаточно аккуратно и в первые 10 минут не очень активно подходили к воротам. Тишину нарушили игроки Легиона, ими был заработан штрафной, исполнить который вызвался один из главных бомбардиров команды, Леонид Зуйкин. Удар пошел в створ, а рикошет от ноги защитника дезориентировал вратаря, и Легион выходит вперед. 1-0. Активизировались игроки Легиона и на волне успеха попытались забить еще. Отличный момент создал себе Денис Рожков после прохода, пробивший в дальний угол ворот, но не попавший в створ. Отличный момент был и у Андрея Кучаева, но защита Old Friends не позволила забить. Хозяева на это ответили двумя моментами в исполнении Романа Илхананова. В первом эпизоде он бил головой, но был не точен, а во втором исполненный им свободный удар из-за пределов штрафной попал в перекладину. Несмотря на все попытки Old Friends перевернуть игру, забить удалось вновь Легиону. Передача на Леонида Зуйкина была перенаправлена игроком еще дальше, на набегавшего Дмитрия Кочеткова. Очень неуверенно сыграл голкипер хозяев, и в итоге мяч оказался в воротах. 0-2. Команды продолжили обмениваться опасными выпадами дальше. Кашаев и Илхананов отличились весьма острыми ударами со штрафных, а затем в игре наступил переломный момент. Игроки Old Friends заработали право на пенальти, который пошел исполнять Роман Илхананов. И в итоге дуэль выиграл голкипер Легиона Александр Кучаев. Он отбил этот пенальти, а подоспевшие Илья Булаткин и Илья Цырков вынесли этот мяч, разряжая обстановку в своей штрафной. Достаточно много времени оставалось, и в попытках отыграться Old Friends создавал невероятно опасные моменты, однако и с ударом Геннадия Малыша, и с выходом 1-1 Романа Ихананова уверенно справился Александр Кучаев, которого смело можно назвать одним из героев этого матча. Как итог, 0-2 – отличная победа Легион 14, который приближает себя к чемпионству. Оливье Жиру из Легиона 14 у нас в кадре, дорогие друзья. Леонид Зуйкин, герой встречи. Леонид, поздравляем вашу команду с победой. Расскажите, какой была эта игра? Вот мы комментировали, но как это было на поле? Пару слов буквально. Ну, игра была очень тяжелая, на самом деле. У нас вся команда к ней готовилась. Лично я очень плохо спал сегодня, переживал. Вот. Леонид, что касается вашей подготовки команды, у вас всегда дисциплинированный коллектив, и минимум 10 человек приезжает, и вообще в целом 11. Всего один раз за сезон у вас 10 человек было на игре, и сегодня второй раз, и это было на одну из самых важных игр сезона. Все равно вам удалось победить. Как считаете, за счет чего произошла эта победа, и насколько важно лично ваше участие, ну, на ваш взгляд? Ну, по команде скажу так, что мы за последние 10 туров очень хорошо сыграли, сплотились. Ну, видно было по первому кругу то, что у нас какие-то провалы были временами. Вот. До 10-го тура особенно. Да. Состав у нас там варьировался, как-то искали свою игру. Сейчас, я думаю, мы ее нашли. Вот. И стало все получаться, реализовывать свои моменты. Это самое главное. Ну и настрой, особенно такие матчи, принципиальный соперник за первое место. Ну, можно сказать, что это игра всего сезона. Теперь все в наших руках. Главное, ну, делать свою игру, делать свою работу. Вот как раз предвещали вопрос о первом месте. Оно принципиально, да, сейчас? Потому как вот был разговор о том, что, ну, скорее всего, и Old Friends, и Легион выйдут в высший дивизион, но явно ли сейчас борьба за первое место? Насколько она для вас важна? Да, принципиально борьба за первое место, и только первое. Другие места даже не рассматриваются. Ну и как ощущение вот сейчас первые секунды вашего нахождения на первом месте после долгой паузы? Приятно ли? Ну, пока это не осознаешь, потом глянем на таблицу, посмотрим статистику, обзор. Вот. А скажите, Леонид, вот после того, как вы забили гол, мы увидели какой-то перформанс от вас, можно ли повторить его? Да, обязательно. Потому как, по-моему, это то,
Алсунь, с днем рождения тебя. Это гол за тебя. Вот он, вот герой матча, пожалуйста. Ассист и гол в его исполнении, они изменили счет игры. Ну что ж, поздравляем, Леонид, еще раз. Спасибо. Удачи, побед. Спасибо. Вряд ли кто-то мог подумать, что Тирас, идущий в середине таблицы, сможет навязать серьезную борьбу одному из лидеров в команде Проверчели. Тем не менее, в этом матче мы смогли наблюдать достаточно интересное развитие событий. С первых же минут итальянцы показали, что именно они фавориты в данной встрече. Два опасных удара Дениса Никипелова не достигли цели, а дальний удар со штрафного парировал голкипер Тираса Артем Буровенко. Но на этом атакующие порывы Проверчели были прерваны голом в исполнении игроков Тираса. Совершенно одного оставили в штрафной Александра Дудку, который принял мяч и пробил, открыв счет в этом матче 1-0. Итальянцы не собирались так просто сдаваться, и как в концовке первого, так и в начале второго тайма отметились хорошими опасными ударами по воротам Тираса, однако до гола дело не дошло. И вновь забивает Тирас. Аут был введен в штрафную площадь, оттуда мяч вынесли игроки Проверчели, и он пришелся к Андрею Старишко, который прекрасным ударом кладет снаряд в дальний нижний угол ворот. 2-0. И вновь после гола активизируются гости, вновь имеют прекрасные моменты, и удар Максима Перепелицы с рикошетом от защитника попадает в перекладину, а последующий удар парирует голкипер. И вновь все по тому же сценарию забивает Тирас. На этот раз хозяева убегают в контратаку, Дудка выдает отличную передачу на Петра Таницкого, и тот забивает. 3-0. Напоследок по уже отработанной схеме команды обменялись моментами. И если у Проверчели это был промах из убойной позиции в исполнении Дениса Никипелова, то у Тираса это был очередной гол, который забивает Таницкой после отличной контратаки. Достаточно неожиданно Тирас сухую обыгрывает Проверчели и увозит с этого матча заслуженные 3 очка. Разумеется, после тура, в котором бились два лидера, выдали такой прекрасный и интересный матч, очень сложно, ну, что-то сложно отметить в плане интриги, да, найти какую-то интригу, найти какой-то интерес в матчах оставшихся. Тем не менее, мы попробуем это сделать с предстоящими выходными. Ральф и Проверчели у нас проведут сразу два матча на этих выходных, и один поединок будет точной встречей, между собой сыграют эти команды, а второй поединок итальянцы проведут против Дуслара 52, а Ральф сразится с командой Звери. Все-таки у Ральфа посложнее календарь на эти выходные, мне кажется, будет. Да, я могу с тобой согласиться, но спасибо этому уикенду за то, что я увижу противостояние Young Boys и Баддер. Немножко мы стали забывать о Young Boys, не так часто они прямо у нас высвечиваются на мониторах в плане того, что мы их упоминаем. И здесь, если Баддер победит, опять все-таки в тень идет Young Boys. Ну а если Young Boys выиграет, то в особую яркость они не выйдут, я хочу сказать так. Но это все не важно, важно то, что в первом противостоянии Александр Позднеев, лучший игрок января, оформил покер. И, ну, был абсолютно неудержим. Посмотрим, получится у него сейчас это сделать или нет. Но что-то мне подсказывает, что на какую-то мизансцену должны выйти другие герои. И со стороны Young Boys, со стороны Баддер. Впрочем, надо меньше говорить и идти уже на поле прямо сейчас, мне кажется. Переходим ко второму дивизиону А, и тут я начну, наверное, так тезисно можно сказать. 13-й район, Константин Жуков. 4 гола, покер Мириону, 6-6 общий счет. Один из этих голов, правда, с пенальти, но тем не менее. Помог своей команде в этом матче, а в последних 9 матчах вообще Константин не отличился лишь однажды в матче против Росультраса 2, и за это время забил целых 20 мячей. Вот это результативность. Ну, можно переименовывать команду из 13 районов в Жуков, Юнайтед, я не знаю, как-то похоже что-то. Это все здорово, но Дуслар 52D тоже в последних турах, видишь, как все Дуслары начинают немножко активизироваться. Над Миллионами все-таки смогли одержать победу. Рустам Акбаров, я считаю, однозначно MVP игры. 2+1 во всех голах своей команды принял он участие. Последний раз он был так эффективен в феврале, когда Дуслару покорился Орион 0-6. Там был зафиксирован счет также 3-2, и он поучаствовал также во всех голах команды. Что ж, ворвался когда надо, весной отметился тоже. Да, Вайтек Олимпик, я опять так немножко тезисно, 1-1 у нас счет в этом прекрасном матче, и тут надо сказать, что у Вайтека не было Николая Соковых, это, на секундочку, лучший бомбардир этой команды сейчас, да, и он уже пропускает второй матч к ряду на самом деле. Тем не менее, Вайтек все-таки сводит этот матч в ничью, точнее, скорее все-таки Олимпик сводит этот матч в ничью, да, ну и удивительно то, что с приходом такого игрока, как Александр Климов, Вайтек смог обыграть Альбион, да, 2-1 в кубке, Мирион 2-1 и сыграть с Олимпиком в ничью. Это ли не показатель, да, полезности? Неплохой трансфер в 2-дивизионе. Да и вообще Вайтек очень серьезную форму набрал и очень серьезно предстоит вот играть с этой командой. И, в принципе, она поднялась по таблице.
просто любо-дорого смотреть на такие подъемы, честно говоря. А Суворов вот не позволил Орелу 0-6 воспользоваться осечками Леонов. В итоге 6-5, настоящая голевая перестрелка у нас случилась. А, естественно, полководцы вышли здесь у нас победителями. Все-таки Суворов ни одной битвы не проиграл за всю свою карьеру. Да, это не относится к коллективу, но, тем не менее, неплохая последняя серия у команды наметилась. Ярче всех себя проявил Михаил Ильин, на его счету хэт-трик, и Андрей Гудков на счету него дубль и два ассиста также ворвался достаточно успешно для своей команды. Очень неплохо. Русультрас 2 у нас как будто вступается за Мирион, за... Не дали они Альбиону даже подумать о победе и о возможном сокращении вот этого отставания от троянцев. Черно-белые камни на камне просто не оставили от британцев. При этом, что очень удивительно, сохранили свои ворота в неприкосновенности. И, в общем, это на самом деле очень яркий результат, потому что Альбион впервые за эти 30 матчей не может забить своему сопернику ни одного мяча. Это очень жесткое и удивительное, я считаю. Событие достаточно серьезное. Опять вот ты начал тезисами, давай я продолжу тезисами. Эльдар Абуев, новичок, Тегеран. Можно, ну, уже все понятно, можно, мне кажется, я не буду, да, продолжать, да? Но здесь стоит сказать, что Тегеран встречался с Эдельвейсом, да, третье поражение подряд у благородных, но опять примечательно то, что у нас врывается новичок команды с отличным перформансом, представлен он в виде дубля, победного дубля Эльдара Абуева. Ну и теперь на его плечи, так же, как и на плечи команды, взваливается просто обязанность бело-зеленых подняться на 12-ю строчку, может быть, даже на 11-ю, кто знает. Ведь когда я подсчитывал примерные шансы Тегерана на то, смогут ли они подняться выше 13-й позиции, я не учитывал даже вот эту победу над Эдельвейсом и не предполагал, как будет. Впрочем, многое может поменяться, и, может быть, даже и 10-я строчка там будет у нас виднеться, кто знает. Ну и заканчивая обсуждение прошедшего тура, я бы хотел сказать, что есть у нас разочарование с Пацоли вне конкуренции в этом плане, к сожалению. Техническое поражение, тут, мне кажется, добавлять ничего не надо. Хотелось бы помолчать минуту, но у нас урезано время на камере просто, поэтому сразу перейдем к таблице, дорогие друзья. Самое важное и то, о чем хочется громче всего говорить, это то, что Русультрас 2 у нас благодаря своей шикарной победе выходит на второе место. Ну вот, пожалуй. Да, Олимпик ввиду ничейного результата сокращает отставание от Альбиона только до 5 очков. ЦМС у нас обходит по таблице подсдавший Эдельвейс и располагается на 6-й позиции. 13-й район сближается со Спацоли, и теперь между коллективами всего 2 очка разницы. А Феникс за счет технической победы отрывается от проигравших Миллионов и Ориона 0-6. Ну что, и давайте посмотрим обзор игры Вайтек Олимпик. В 29-м туре 2-го дивизиона А было сразу 2 матча между лидерами таблицы, но если во встрече Альбиона и Русультраса 2 интриги не получилось, то матч Вайтека и Олимпика порадовал своей зрелищностью. Не сказать, что команды начали достаточно активно, однако Евгению Позднякову, голкипера Олимпика, вступать в игру пришлось достаточно часто на первых минутах игры. Дважды наносили опасные удары игроки Вайтека и выручали Олимпик вратарь и оборона. Свободный удар за пределы штрафной Олимпика пришелся выбежавшего игрока. Ответом на это стала выигранная верховая борьба и удар в исполнении Сергея Зябрева. Никак не могли команды добиться заветной цели, и активнее все же выглядели игроки Вайтека. Раз за разом из ворот приходилось выносить мяч защитникам или в невероятных прыжках спасать свою команду голкиперу Олимпика. Самое интересное произошло во втором тайме. Сначала Михак Салахян оказывается первым на добивании после того, как его партнер попадает в штангу и не попадает в створ. А уже в следующем эпизоде все тот же игрок оказывается на дальней штанге и замыкает прострел, выводя свою команду вперед. 1-0. Однако радость была недолгой. Уже через несколько минут один из забросов на Сергея Зябрева наконец-то воплощается в гол. Сергей принимает мяч и бьет с разворота, сравнивая счет. 1-1. Были моменты и у Олимпика, чтобы выйти вперед в этой встрече, но игрокам не хватило точности. Ну а самый опасный эпизод этого матча создали ребята из Вайтека. На последних минут в одной атаке они дважды оказывались один на один с голкипером, и дважды Евгений Позняков спасал свою команду. В итоге коллективы разошлись миром. 1-1 ничья, которая оставляет обе команды в гонке за 4-ю позицию. Тридцатый тур у нас, увы, мне кажется, это самый очевидный тур во втором 2 дивизионе за последнее время, а может быть и за весь чемпионат, судя по твоему лицу, Георгий. Одним глазом можно его смотреть, мне кажется, даже в этот раз. Да, 13-й район у нас может распрощаться с 9-й позицией, в хорошем смысле этого слова, разумеется. Если с таким же настроем и такой же самоотдачей, как в последних матчах, они выйдут на матч с Тегераном, который, к слову, является не самым простым оппонентом, как мы уже успели увидеть.
несмотря на турнирное положение. Впрочем, если желтые победят, то итальянцам из Пацоли вновь придется достаточно несладко, ведь когда-нибудь, ну, все-таки придется провести эту вот перенесенную встречу с Альбионом. Да, если же Тегеран возьмет вверх, то соседям по таблице в виде Орион 0,6 миллионов станет еще более не себе, потому как им придется встретиться с Мирионом и Вайтеком, соответственно. Уж не знаю, кому из всех будет сложнее, но, по-моему, проще тут в ничью сыграть, значит, всех успокоить, дать немножечко всем отдохнуть эмоционально. Борьба между ЦМС и Эдельвейсом в таблице – это то, что вот у нас останется с нами, будет нас преследовать до самого последнего, до самого конца чемпионата, я хочу сказать. Между командами сейчас, по-моему, всего 2 очка разницы, может быть, даже 1. И в данном случае тяжело будет сказать, что ЦМС вот здесь важно и даже возможно подняться на 6-ю позицию, там 9 очков до Вайтека. Однако есть принципиальный вопрос. Вернее, на 5-ю позицию. Здесь принципиальный вопрос есть того, чтобы остаться на 6-й позиции, которая абсолютно целиком и полностью справедливо заработана командой, особенно в последних, ну, я думаю, 7 турах чемпионата. Кровью и потом заслужена была. Ну, а что касается Эдельвейса, то у команды, наоборот, наметилась тенденция падать по турнирной таблице, и, наверное, сейчас важно отстоять право находиться либо там, где вы сейчас находитесь, либо подняться повыше. Так в данном случае Эдельвейс будет встречаться с Заморьем, а ЦМС будет встречаться с Фениксом. Более-менее для двух команд сейчас созданы абсолютно хорошие шансы взять свои очки и продолжить соревноваться уже дальше в чемпионате. Да, ну и у Эдельвейса, помимо Заморья, в ближайшем туре еще будут в соперниках Феникс и Лидс, и эти же коллективы примет и команда ЦМС. Но если у Эдельвейса 3 матча все-таки с достаточно высокими шансами на победу, то у желтых таковых все-таки, мне кажется, 2 будет. Да, надо искать где-то еще возможность найти очки, чтобы не потерять позицию, на которой они сейчас находятся. Поэтому интрига у нас есть и в данной части турнира. Как и в дивизионе 2А, в 2Б дивизионе у нас также не обошлось без грустного. Атилла вовсе не собирается на важнейшую для себя игру против Анжи и отдает даром махачкалинцам заветные 3 очка. Да, дорогие друзья, но кто радует, это медведи из Кодиака. Давно они сюда не попадали, но вот вернулись с такой новостью неплохой, что Империал 2 им покорился, причем покорился без номинального голкипера. Позицию эту в этот раз занял Андрей Герасименко, вот уж неожиданно игрок. Поле достаточно неплохо себя проявляет, но тут ответственно взял на себя эти все перчатки, надел их и встал в ворота, всего 2 гола пропустил, но еще и поучаствовал в атаке своей команды, 2 голевые передачи на его счету. Научи меня играть так же, Андрей, потому что я вообще не умею так играть. Да, да здравствует факел, хочется сказать. Мне спустя 8 матчей команда все-таки опомнилась. И Искак Салямов, 23-летний нападающий, оформляет дубль в дебюте за огненных. И не хватило, наверное, все-таки хет-трика Дмитрия Кутузова Годзилле. Не хватило, что сказать. Факел, поздравляем. Сибирь, вот команда, которая у нас номинально, может быть, не должна была переигрывать Нагатина. Команда до сих пор находится близко в турнирной таблице. И казалось, что Нагатина именно здесь преодолеет свой поступь и попытается приблизиться и к Факелу, и к Север-Сити. Однако снова не получилось. 2-1 финальный счет. Лучший бомбардир зеленых Алексей Пучков. Вот уж от кого не ждали, от того не ждали. Не забивает важнейшие пенальти своей команды. И что касается статистики, что касается моего желания постоянно вот это все узнавать, что касается цифр, посмотрел я все матчи этого сезона, и Алексей бил 2-й пенальти по ходу сезона, и 2-й раз его не забил. Первый случай был у нас в такси «Ритм». Там счет 9-1 был зафиксирован, но там меньше шансов было, что этот пенальти что-то допринесет. Да, согласен с тобой. Действительно опытные ребята из Ориона почему-то разрешили такси делать с лидером вообще все, что захочется. И 11-0 это просто какое-то абсолютное безумие, ставшее реальностью. Пентатрик Магомеда Акаева и достаточно будничный у нас хет-трик Александра Зеленого расставили все точки над «и». И, в общем, на 100% заявили нам о том, что такси у нас будет бороться, может быть, за золото, может быть, за серебро. Ну, как минимум, за серебро точно будут бороться. И вообще, если обращаться к статистике, то получается, что 5-ю часть своих голов Орион пропустил в этом одном единственном матче. Такое ощущение, что данный опыт, знаешь, как себя проявил, он проявил себя в том, что команда решила, что она уже вышла, неважно, в каком месте она вышла в дивизион повыше. Но все ответы, я думаю, мы получим еще, благо туров достаточно. Самое время перейти к турнирной таблице.
Из самого важного это то, что южная окраина, в отличие от Ориона, все-таки у нас набирает и возвращается на первую строчку. Сейчас у команд тут равенство по играм и набранным очкам, что очень достаточно интересно. Да, ну и именно из-за этого равенства такси ритм у нас 4 очка и от серебра, и от золота сейчас. Это да, это тоже очень важно. Факел временно вспоминает о 4-й позиции и теснит оттуда Север-Сити, не игравший на выходных. Сибирь у нас побеждает в очном поединке на Гатиной и сокращает разрыв от зеленых до 2 очков. Анжи без боя отбирает у Атилы 8-ю позицию и будет пытаться отстоять ее в оставшихся матчах. Брага у нас радуется технической победе над Черным Солнцем и прибирает к своим рукам 10-е место обратно себе. А Кодиак сравнивается по очкам с Вейрусом, но происходит это с учетом 2 игр у белых в запасе. Да, ну и самое время пришло посмотреть обзоры. Кодиак Империал 2 и Сибирь Нагатина сейчас вы сможете увидеть. Интересное противостояние, в котором итоговый результат оказался полностью по делу, несмотря на то, что победитель по факту являлся 2-м номером на бумаге. Империал набрал в последних играх неплохую форму. 4 победы подряд давали повод считать банкиров фаворитом. Однако не тут-то было. Едва игра началась, Кодиак провел голевую атаку. Поборовшись на краю штрафной защитником, Герасименко сделал скидку под удар по Гуляеву, и тот пушечным выстрелом под перекладину открывает счет 1-0. Продолжая атаковать, Кодиак создал еще несколько моментов и в итоге забил 2-й мяч. Получив пас на линии штрафной, Герасименко пробил поворотом, но попал в перекладину. Однако отскочивший мяч попал в точно в Петрова и от него уже запрыгал в ворота. 2-0. Однако рано расслабившись, Кодиак получил достойный ответ Империала. С дальним ударом Власенко голкипер справился, однако зафиксировать мяч не сумел. И отскочивший снаряд сумел добить Бирюков. 2-1. В концовке тайма Империал имел моменты, но реализовать их не сумел. А вот во втором тайме пошла открытая игра со стороны обеих команд. Коллективы не скупились на атаке, и тут на аванс-сцену вышли голкиперы команд, раз за разом едва ли не чудом спасавшие свои ворота. Однако вновь Кодиак сумел забить. Ближе к концу игры навесную передачу после фланговой атаки принял Галушка, который тут же попытался пробить, но мяч срезался с ноги. Но на части Кодиака расторопнее всех оказался Погуляев, который отправил мяч в ворота. 3-1. Империал пошел ва-банк, пытаясь спасти игру. При этом банкиры едва не преуспели. Моментов, в которых Империал попросту был обязан забивать, было достаточно, но голкипер Кодиака был на высоте. Тем не менее, на последней минуте матча Империал смог забить еще один мяч. Дальний удар Когтева в нижний угол попросту попал в стоявшего там же Бирюкова, и тот с разворота поражает ворота и ставит итоговый счет 3-2. Матч, который идеально подходит под выражение «не забиваешь ты, забивает тебе». Без скромности можно сказать, что данная игра является 2-й сенсацией в дивизионе за прошедшие выходные. Даже несмотря на то, что в последних результатах Сибири шла 3-матчевая полоса без поражений, в отличие от своего визави, в последнее время переживающего не самый лучший отрезок, именно Нагатина считались номинальным фаворитом. С первых минут Нагатина бросились в атаку. Если поначалу дело ограничивалось лишь дальними ударами, которые были либо неточными, либо становились легкой добычей вратаря, то к 10-й минуте Нагатина своего таки добились. Проникающим пасом Овчинников вывел Медведева 1-1, и тот ударом в нижний угол открыл счет в матче. Сибирь пыталась контратаковать, однако Нагатина действовали довольно надежно. Продолжив атаки, в середине тайма у Нагатина появился отменный шанс забить еще, но пенальти, поставленный за основу с Пучкова и пробитый им же, намертво поймал Емельянов. И тут же Сибирь смогла сравнять. Кукаяка и Томенюк разыграли неплохую перепасовку в центре штрафной Нагатина, и в итоге Кукаяка катнул мяч мимо голкипера 1-1. Забитый гол окрылил Сибирь, и команда в остаток тайма создавала немало неплохих моментов, самым опасным из которых стала неудачная попытка добивания от Трикунова, которую Семенов успел отбить. А вот второй тайм проходил исключительно в штрафной площади Сибири. Нагатина атаковали, создавали момент за моментом, удар за ударом, но все удары либо шли мимо из убойных позиций, либо с огромным трудом отбивал Емельянов. Сибирь держалась и выжидала момент, который произошел на предпоследней минуте игры. Ослабив натиск, Нагатина пропустили контрвыпад, и удар Трикунова в дальнюю девятку оказался для Нагатина фатальным 2-1. Команда попыталась сравнять счет, но Емельянов снова выручил Сибирь, и почти сразу прозвучал финальный свисток. Сибирь побеждает 2-1. Поговорим о расписании 2-го Б-дивизиона. Начну я с матча Нагатина-Факел. Честно говоря, сложно сказать, что командам еще осталось, за что тут биться вообще в чемпионате. Тут стоит сказать, наверное, спасибо их невнятному выступлению в последние туры, да и вообще, наверное, по ходу сезона, все-таки не оправдавшему ожидания некоторых. Ну и всегда будет жить у нас спортивный принцип, в любом случае, который может в одиночку, в общем-то, разжечь огонь, да, и показать нам какой-то приятный футбол. Ну, в этой студии он точно будет жить, я надеюсь. Посмотрим, будет ли жить он на полях.
Что касается, опять же, этого спортивного принципа, Вейрус у нас встретится с Кодиаком. Несмотря на то, что у команд очень близкое количество по равенству очков, все-таки у Вейруса две игры в запасе. И ну, нельзя до конца назвать этот поединок низшей части турнирной таблицы вот настолько важным и принципиальным. Тем не менее, если Вейрус хочет подбираться выше к середине, то необходимо выигрывать Кодиак, потому как явно Кодиаку меньше есть за что бороться. И тут, ну, наверное, на главную сцену у нас выйдет противостояние Сергея Мартьянова, новичка Вейруса, который себя достаточно ярко проявил. Ну и Дмитрия Галушки, который в конце зимы и весной уже показал, что все-таки пора забивать Кодиаку много голов и стал главным автором всего того, что происходит у Кодиака. Также будет интересно понаблюдать за обновленным Империалом, который у нас попытается отнять очки у Южной окраины или не попытается, тоже непонятно. Однозначно у нас видно будет то, что Южная окраина, в отличие от Ориона, скорее всего, не будет такие ошибки допускать, потому как у команды все-таки больше виден настрой на то, что нужно подняться. И если Орион находился на лидирующих позициях по ходу всего сезона, то у нас только к зиме, если я не ошибаюсь, Южная окраина начала выходить на четвертую и третью позицию и по ходу всего сезона продолжала добавлять. Поэтому здесь будет интересно и посмотреть на то, как Империал справится у нас с лидером, ну и на то, насколько у лидера хватит мотивации до самого конца чемпионата вырывать очки. Это очень интересно. Знаешь, Роман, когда есть в активе и хорошая, и плохая новость, все-таки будет честнее и, наверное, справедливее начать с плохой. Так, естественно, речь идет о тройке. Провела свой ответный матч против команды «Гефес» на севере, на Флотскую съездила команда. И хоть победила 3-2, увы, этих трех голов недостаточно было для того, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Ярчайшее событие всего ЛФЛ в Москве. Но, тем не менее, стоит отдать должное и сказать спасибо коллективу за то, что радовал нас своей яркой игрой. И никто не скажет вам ничего плохого абсолютно, потому что, мне кажется, весь Юг за вас болел и поддерживал от начала и до конца. В общем, спасибо за этот сезон в Еврокубках. Согласен с тобой. Спасибо команде «Тройка Регион». Ну и поговорим теперь про хорошие новости все-таки. Друзья, все, кто хоть как-то, хоть какое-то отношение имеет к Южной Лиге, в это воскресенье просто обязаны присутствовать на Сетунь-парке. Историческое событие для наших болельщиков, для наших игроков, для всех, кто относится к Южной Лиге. Сразу две наших сборных будут играть в финале четырех в это воскресенье, поборются за чемпионство в этом году. Начнется все в 10 утра, когда наша молодежная сборная сыграет против команды «Востока». Это будет первый полуфинальный матч. Затем мы увидим второй полуфинальный матч, который нас, в общем-то, не так сильно волнует, как наша сборная. Потом матч за третье место и финал молодежного турнира. Ну а в 16:15 в этот турнир, уже взрослый турнир, да, основные сборные войдут. И, в частности, вот наша команда сыграет против команды «Севера». В общем, пожелаем нашим ребятам удачи, на самом деле. Не сомневаюсь, что победа возможна. Мы будем в это верить и будем за вас болеть. Друзья. Держим кулачки. Ну что ж, у нас заканчивается май. Май получился коротким. Георгий, для тебя он вообще пролетел незаметно, я Мир, думаю. Мир, труд, май просто. Да. Тем не менее, очень событийный месяц. И да, вот так вот он быстро пролетел. На самом деле, нам нужно объявить, кто же стал у нас лучшим по итогам мая. Я не буду тянуть, скажу сразу, что лучшим у нас становится молодой нападающий из команды «Русультрас» Владислав Быченко. Давайте коротко вспомним то, чем он запомнился, чем он отметился за прошедший месяц. Значит, во-первых, это была поездка на КФЛ, как все мы помним. Поездка, в которой «Русультрас» смог добраться до 1/8 финала этого турнира. Очень-очень хороший результат, как мне кажется, для нашей команды. И здесь Владислав, в общем-то, ярко достаточно выступил, помогал своей команде и записал на свой счет целых 4 мяча в 4 матчах. В общем, ну, неплохой результат для турнира международного даже уровня, можно сказать. Продолжил он свой поход за забитыми мячами и вернувшись в чемпионат. Здесь он провел 3 матча и забил также 4 гола. Очень неплохо. Там, конечно, матчи были с соперниками попроще, но тем не менее 4 мяча. Ну и еще 4 мяча, да, вот везде у нас Владислав по 4 забивает в этом месяце, какое-то странное совпадение. Еще 4 мяча он записывает на свой счет в матче сборной, молодежной нашей сборной, в матче против прямого конкурента, в матче, который решал, кто же выйдет все-таки в финал 4. Он делает покер, он помогает своей команде, зарабатывают ребята право выступить в этом самом финале 4. Ну и Владислав Быченко проводит просто потрясающий действительно месяц. Тут
нечего добавить. Если вы еще ему не поверили, то я не знаю, что с вами не так. Браво, Владислав, и абсолютно заслуженно, я считаю, награда дойдет до своего обладателя. Ну и, разумеется, нам просто необходимо будет и посмотреть сейчас нарезку с Владиславом. Ну и самое главное, что еще есть помимо у нас лучшего игрока месяца, у нас еще есть лучший гол. Мы обязательно выложим голосование в группу, и в течение недели мы с вами все узнаем благодаря вашему голосу, кто же станет лучшим. Ну и давайте посмотрим, чем же Владислав запомнился нам в этом месяце. Лица недели, то, почему я действительно скучал, когда вот меня не было, и был просто рад писать для этого текст, потому как люди, которые наполняют лигу яркими событиями и моментами, просто обязаны быть упомянуты в передаче. Начнем, пожалуй. Да, давай начнем, и я думаю, что, знаешь, вот люди, которые смотрели матч, запись нашего матча World Friends с Легион 14, они, наверное, услышали, как в конце ты не дал мне все-таки выделить основного и главного творца этой победы Легиона 14, поэтому вот сейчас наступил тот момент, когда я скажу про этого игрока. Александр Кучаев, голкипер команды «Легион-14». И, в общем, мои восторженные возгласы, наверное, также слышали те люди, которые смотрели этот матч в записи. Да, то, как я хвалил этого игрока по ходу матча. Действительно, несколько совершенно сумасшедших сейвов с его стороны. И, в общем, в целом такая уверенность от него исходила, которая помогала и обороне, мне кажется. Тут практически нечего добавить, на самом деле, потому что не пропустил, отстоял на ноль в матче с одним из лидеров, с прямым конкурентом, у которого, к слову, было очень много, на самом деле, достаточно опасных моментов, в частности, там, выход один на один Романа Илхананова, тот же самый. Огромный вклад в командный успех и отличная игра, которую продемонстрировал Александр. Вот, собственно, за это он попадает в нашу рубрику сегодня. Ну, да, значит, даже не только лицо недели, но и лицо второго круга, если у Легиона все будет хорошо. Возможно. Просто это пока аванс такой идет для него, что это лицо недели. Вот. Ну, можно смело говорить, что несмотря на наличие в рубрике «Лицо недели» четырех слотов, как мы обычно делаем, для самых запомнившихся игроков, у нас один из них либо будет закреплен, либо уже надолго зарезервирован одним игроком. И я думаю, что вы давно уже понимаете, о ком речь идет, вы знаете его имя, вряд ли оно вас удивит, но в этот раз гораздо разумнее будет выместить в этот один слот сразу двоих игроков. Первый из них, понятно, это Денис Якунин из команды «Развилка». Ну и в этот же слот сразу Андрея Афонина хочется вставить, потому как если Денис сделал 3+1, то на счету Андрея 1+2, и здесь важно понимать, что это, ну, сладкая парочка времен Дуайта Йорка и, блин, я забыл, как его зовут из Манчестер Юнайтед, но это сладкая парочка явно. Она привела Манчестер Юнайтед к победе в финале Лиги Чемпионов, ну а сейчас она привела команду к яркой победе над командой «Звери». И что касается этого поединка, он был сложен во всех элементах, кроме атаки «Развилки», потому что все было лаконично, они очень классно друг друга дополняли и всегда своевременно оказывались на нужных позициях и в каждую опасную для оппонента секунду действовали просто филигранно, ну и, по-моему, абсолютно заслуженно попадают они в топ. Сначала в дальний удар, один бьет, второй подпрыгивает над мячом, чтобы дезориентировать вратаря, потом другой скидывает на дальнюю бровку, навес делает, потом на пустые выводит друг друга в несколько касаний. Ну, по-моему, так и должна играть атака любой команды. В общем, за это я хочу сказать спасибо. Прекрасное взаимопонимание, и это действительно достойно того, чтобы отметить. Совсем редко у нас такое бывает. Мне кажется, один раз всего такое у нас было, чтобы один и тот же игрок на протяжении двух недель подряд попадал в нашу рубрику «Лица недели». Но, тем не менее, на самом деле, я думаю, что вы, дорогие друзья, не найдете ничего удивительного в том, что сейчас я отмечу вновь Владислава Быченко.
Не зря он стал у нас лучшим по итогам месяца, потому что и эту неделю он провел ударно, он провел действительно классно. И если в матче со Штурмом, который Русультрас выиграл со счетом 6-3, наверное, все-таки не было такого прям явного акцентированного влияния Владислава, да, там один гол он забил, поучаствовал, конечно, да, но тем не менее не так ярко проявил себя, то вот в матче с Дусларом, как бы это странно ни звучало, да, мы знаем, в какой форме Дуслар и на каком месте, тем не менее в матче с Дусларом он сделал важнейшие голы и очень помог своей команде и действительно вытащил этот матч с партнерами, разумеется, но тем не менее при его активном участии. Поэтому, Владислав, и здесь мы отмечаем тебя. Да, это действительно неплохо. Я вспомнил, Энди Коул все-таки это был. Вместе с Двайт Йорком он наводил шороху за Манчестер. Ну и вот, раз ты говоришь, что два раза попасть в лица недели – это редкость, что ты скажешь о двух игроках, дважды вошедших в нашу рубрику. Понимаешь, речь идет о Константине Жукове. Ну, человек приезжает на миллион, человек заставляет свою команду с нашей позиции подумать о смене названия в пользу его фамилии. Но это покер. В матче, где 6 голов было забито, как с одной стороны, так и с другой – забрали очки, Мирион, понятное дело, да, подсдал, и, возможно, сейчас, когда у нас команда начнут обыгрывать или также отбирать очки, у Мириона мы уже даже не будем их в лице недели вносить, может, это последний раз. Не будем так замечать, да. Да, может, мы уже переоцениваем просто Мирион за прошлые заслуги, которые есть у команды. Тем не менее, Константин проявляет свои атакующие качества. Подводили мы статистику про 20 голов в последних 9 играх, 3... гола и один с пенальти, вот это увязочка в конце, может, ее не надо озвучивать, тем не менее, 4 очень красиво звучит, и как бы это 2/3 из 6 забитых, и это одно увезенное очко против лидера, и возможность для 13-го района бороться за более высокие позиции. Мне кажется, пенальти или не пенальти, но покер в лидеру однозначно говорит нам о том, что этот человек заслужит. Да. Дорогие друзья, вот пора выключать камеру. Пора уходить, пора заниматься другими делами и готовиться к выходным. Были рады вам вещать. Как всегда, Роман Алтухов, Георгий Богус. Да, ну и как всегда, по традиции, в конце вас ждет топ голов за прошедшую неделю. Ну и, друзья, не забывайте голосовать за лучший гол мая. Madrid to Calabasas, Tijuana, Mexico, who the devils in Tokyo, say they know me though, cause I'll be putting in work, commit my life to rebirth, well respected cause that's my word, and I'm sure you heard, about a new sound gone round, she might have left my hood, but she was born in my town, you didn't know how we was new on the scene, but it's alright, it's alright, I know you know I see you smiling at me, but it's alright, it's alright, here comes a, ready or not, here comes the boys for the sound. Here comes the ready or not. How you like me now? I say we rep the sound. So what you talking about? I'm not running out my mouth. I know this without a doubt. Cause if you know these streets, then these streets know you. And when it's time to handle business, then we know what to do. What to do? Me and my crew, we stay true, old school and new. Many will call, but the chosen a few. We rise to the top. What you want? Just in case you forgot. Rush the stage, grab my mind, show me what you got. You didn't know that we was new on the scene. But it's alright, it's alright. I know you know, I see you smiling at me. But it's alright, it's alright. Here comes the, ooh, ready or not. Here comes the boys from the sound. Here comes the, ooh, ready or not. How you like me now, I say. Here comes the, ooh, ready or not. Here comes the boys from the sound. Here comes the, ooh, ready or not.
Амстердам!